Хочешь жить как в сказке? Подпишись на Саске! Саске! Я чуть вспомнил, пацаны, вы видели этот вопрос ребром с Моргенштерном, когда приперлась женщина и начала читать рэп, а потом сказала: «Вот фотка твоего сына, это твой сын!» Вы видели? Ну хотя бы в ТикТоке. Тигарь мне рассказывал, что он сам... Вот. Это просто пи***ц, пацаны. Я по поводу вот как раз-таки Хупл пишет, что он скипнул. Я вам рассказываю. Я смотрю, я вообще люблю вопрос ребром, потому что там такое чисто пацанское быдло собирается. И обычно такие тупорылые вопросы, ну просто смешно смотреть. Вот, короче, я вам рассказываю. Вам обязательно надо посмотреть. Это первые 5 минут где-то. Дают слово, она говорит, это будет музыкальный вопрос, бабища. Вот. Говорит, что это будет музыкальный вопрос. Дают бит, блять. Просто включается в заведении, в котором они находятся, включается бит. То есть все подготовлено. И она начинает читать нихуя непонятно, не в попад и очень кринжово. Настолько кринжово, что, ну, я как бог кринжа, да, я могу выдержать удары. Но... Я, короче, выключил видео, блядь. Я его поставил на паузу, и я просто не смог. Я остановил видео и пошел посмотрел ТикТоки, вот, чтобы расслабиться. То есть я сделал выбор в пользу того, чтобы смотреть хуйню про то, как в очередной раз, блядь, лайфхаки для избежания вакцинации, вот такое вот, блядь, каждое четвертое видео. Я выбрал смотреть это, нежели хуйню эту. Вот, я передохнул, захожу, думаю, ну, надо досмотреть. Включаю, ну, и чуть-чуть задумался такой, ну, чисто в своих мыслях. И понимаю то, что она читает рэп уже, типа, около 30 секунд и не планирует заканчивать. И я начинаю вслушиваться в слова, и опять становится настолько кринжово. Но я думаю, ну я хочу посмотреть, блядь, ну что, к чему она ведет, вопрос непонятен. Я начал вот так перематывать видео, наконец-то перемотал. И значит, она просто закончила читать рэп и говорит, кто будет алименты платить? И вот так вот, короче, с фоткой, нахуй, младенца какого-то ебучего. Кто будет алименты платить, блядь, кто? Ты меня выебал, блядь, в Мексике, нахуй, 2 года назад, блядь, ты меня трахнул. Сидит девушка, Моргенштерн такая, че за хуйня, блядь? Сидит Моргенхуйс такой, че за хуйня, блядь? Вот, собственно... Блять, а выглядит, но она выглядит, ну, чуть-чуть как уёбище, то есть, ну, вроде симпатичная, но как будто она, она сказала, да, ну, короче, кто смотрел «Во все тяжкие», собственно, там показывали метамфетаминовых торчков, вот это оно, собственно. Так, блять, с этой бабищей еще не все закончилось. Моргенштерн откинул ее. Ну, блядь, я же даже зауважал Моргенштерна за такую невероятную шутку. Он сказал, как он показал, что это не его ребенок. Он сказал, я не сую член в женщин, которые настолько хуево читают рэп. Вот. И, ну, это охуительная шутка. Очень крутая. Не знаю, как он ее сгенерировал за секунды. Вот. В итоге она начала плакать. Она начала там плакать, блядь. Вот, они совсем чуть-чуть отреагировали на слезы этой женщины. Там, типа, она плачет, окей. Вот. Но Моргенштерн сказал, что если будет ДНК-тест, то он будет платить алименты, блядь. Я считаю, что законы не должны распространяться на, ну, типа, на звезд, которые после каждого концерта кого-то ебут, потому что, ну, типа, это практически очевидно. Это не касается только концертов Лиги Кубизма, но мне кажется, всех остальных концертов рэперов это касается. Типа, ты практически конкретно шла ебстись со звездой какой-то. Носи от него ребенка, либо пей таблетки, либо, типа, это твои проблемы. Это именно если касается звезд, мне кажется, это так должно быть.
Блять, я вам всем советую посмотреть, пожалуйста, посмотрите. Я не знаю, страйкует он или нет, но это самая хайпуля. Это так круто, когда она начинает, блядь, читать рэп. Ладно, подождите, ну, слушайте, за видео, может быть, забанят, но со звук не забанят, я вам сейчас найду. Вопрос ребром. Ну ты, сука, будешь записывать, блядь? Повторите попытку, иди нахуй. Внебрачный ребенок Моргенштерна, вот. Меня зовут Ванита, у меня музыкальный вопрос. Опа. Дрил. Эй, Тритон сидит герой, какой, ой-ой. Привет, я Ваня, Ваня, ты всунул в тай мне под наркотой. Сэр, хер, мой Алишер. Как флексил нашу детку акушер. Аборт не спорт, кисканет торт, лези капут, ой-ой-ой-ой. Сына зачал на раз и два, плети вокруг справа, слева. Окей, как знать, все это диле. Так сразу двух осилил, плейбой сильно. Ай, каково, читайте эти вести СМИ про нас с тобой. Ей норм реально нет, стой, какое порно, ай. В телеге ходит вай, диле монашка не как я. Ваня, дашь? Вопрос, алименты дашь нам, рэп, папашка? Алименты дашь нам, рэп-папашка? Алименты дашь нам, рэп-папашка? Ого! Я это серьезно? Хочешь увидеть своего ребенка? Честно, не расслышал текст, но... Потом она подносит... Потом она подносит там фотку. Охуенно. У меня музыкальный вопрос. Вы должны посмотреть... Ну, блядь, сейчас. Ваня. Она выглядит вот так. Ты в суд. Блять, посмотрите. Это реально надо видеть. Это надо видеть. Это каждому. Каждый должен это увидеть. Можете стрим сейчас выключить, блядь, пойти посмотреть. Там-то по тайм-коду все поделено, вы сможете найти. Там начинается разбор какая-то, блядь. Ой, Моргенштерн еще смешно сделал, типа, Азиз, уводи нахуй. Смешно. А, кстати, у меня будет охранник, пацаны, прикиньте. Бородор будет получать разрешение на оружие. Ну, собственно, на концерте он и так моим охранником был. Но... Когда у меня будет своя вилла крутая, мне кажется, там Бородор у меня реально... Ну, Бородор, если что, если будут какие-то сходки и все такое, у меня будет охрана. Я буду звать Бородор. И... У него будет ствол, я предупреждаю. Я не знаю, зачем, но это очень стильно. Он получит ствол и будет, ну, просто со мной ходить. Рядом. Постоянно. И причем мы пообсуждали еще, ну, он шарит за оружие, за все такое. Оказывается, пистолет в кобуре носить можно. Еще знаете, какой лайфхак? Оружие должно быть разряжено, если ты его таскаешь, да? Но дело в том, что револьвер не может быть разряжен. Там, ну, ты просто жмешь, и он стреляет. То есть, если пистолет ты хватаешь, его надо передернуть и потом стрелять, то револьвер нет. Револьвер просто ты тягаешь с собой, и в любой момент, ну, можно начать хейтеров уничтожать. Вот, хайпуля, короче. Вот. Ну и тем более Бородор такой. Я чуть-чуть лошок, да? Как его? Я не конфликтный. Вот. А Бородор, как бы, если вдруг что происходит, он к конфликту готов, так сказать. Поэтому Бородор будет за меня вывозить, тем более у Бородора будет ствол, блядь. Вот, и он будет вывозить за меня еще больше. Я буду ходить с охраной. Блин, кайф еще один разок рэпчину этой девахи послушать.
Может, еще раз, пацаны? Блять. Так она потом сказала, что она приперлась из Мексики. То есть она писала текст. Ну, может быть, ей оплатили билет, да? Но она хуярила из Мексики. Да, еще. Ну ладно, давай, еще. У меня музыкальный вопрос. Меня зовут Ванита. У меня музыкальный вопрос. Опа. Дрил. Дрил. Это дрил. Тут он сидит герой, какой, ой-ой. Привет, я Ваня, Ваня, ты всунул тай мне под наркотой. Сэр, хер мой Алишер. Как флексил нашу детку акушер. Аборт не спорт, кисканет торт, лези капут, ой-ой-ой-ой. Сына зачал на раз и два, плети вокруг справа слева. Окей, как знать, все это диле. Так сразу двух осилил, плейбой сильно. Ай, каково, читайте эти вести СМИ про нас с тобой. Ей норм реально не отстой, какое порно, ай. В телеге ходит вай, диле монашка не как я. Ваня, дашь вопрос, алименты дашь нам, рэп, папашка? Алименты дашь нам, рэп-папашка? Алименты дашь нам, рэп-папашка? Ого! Я это серьезно? Хочешь увидеть своего ребенка? Честно, не раз. Жесткий дрил. Охуенно. Ой, бля. Какой кайф. Ай, блядь, обожаю интернет. Ой, ну где бы, ну где, где еще? Путин, не запрещай, пожалуйста, я вколю вторую вакцину. Только не запрещай интернет. Ну не будет вот такого вот, блядь. Алименты дашь нам, брат, папашка? Я хочу выучить этот текст и попробовать его перепеть нормально. Может быть, проблема в ней, а не в тексте. Хочешь посмотреть, кстати, на своего ребенка? А если бы он ответил нет? Я не хочу. А мне надо это. Не зачем это? Я бы не платил бы алименты. Я бы сказал, типа, пока, блядь. Тем более, если ему там типа, год, то с хуя я должен что-то платить. Блять, просто объявляется. Ну, раньше бы сообщила. Ну, и тем более, какая нахуй Мексика. Не, ну, наверное, он там когда-то тусил в Мексике. Но... Какой? Опа, пацаны. Интересный момент. Сейчас я вам продемонстрирую. Это я изрыгнул на видео. У меня сейчас открыто с женщиной с этой.